И размен 3 в 1, потеряли, конечно, Рамзес, это не очень приятно. Соло выхилил Лила, шадо в одном, но все равно смогли забрать Ану, смогли забрать СПО, который довольно-таки много денег имеет, он идет практически наравне с Аной, а это темпларка, которая фармила стаки, и это очень много. И, в принципе, неплохой размен для ВП в конечном итоге. Единственное, что немножко неприятно, конечно, что они смогли забрать Тауэр. Но я думаю, они не расстраиваются сейчас от кулдауница формы у Рамзеса через минуту, и можно будет идти пробовать это повторно. Соло было бы, конечно, очень неплохо насобирать где-нибудь на сапоги. Это очень важно. Есть, кстати, у Соло уже голем, может он его использовать, по-моему, еще в этой игре ни разу Алексей не кидал его на головы своим оппонентам, но теперь имеет все возможности для этого. Да, вот в этом файте голема еще не было. Отлично, сразу стерли флай, не дали ему использовать абсолютно ничего. И Рамзес также отлично успел свапнуться хп, врыв на Ану, Лил подкапывает, есть вижен. И какой отличный апхивал, также инрейдж от Нувана и доминейтинг, снова забирают Ану. Но это какое-то прям дежавю с первой игры, очень сильно там страдала она на инвокере, здесь он страдает на темпларке, хотя по сути тут нет героев, которые могли бы быстро сбивать рефракшн. Ну и Нуван под эмпауэром чувствует себя просто великолепно, заходит в АП на Тауэр, Соло ставит вард, видит там СФО, ворваться уже куба трайдера неожиданно не получится, Лил находится на топе, даже не идет помогать своим тиммейтам. Понимаете, должно стараться четвером, находят Джеракса, мгновенно его убивают, не успевают даже выйти со стана Джеракс. Ну и вот ВП наконец-то поняли, где находится постоянно Джеракс и какую форму он принимает. Ну или же это было, конечно, сделано случайно, на 100% я не уверен. Но, тем не менее, это фраг, это Тауэр в копилку команды Virtus.pro. Паше не хватает 100 голды до даггера. И у ВП все хорошо, хотя буквально несколько минут назад, казалось, там были фраги на соло, несколько подряд забрали там Тауэр, OG. Также смогли забрать Рамзеса там в размене, но все неплохо. И у Рамзеса есть уже Яша, есть Драгонленс, 11 левел. Террор Блейд, мы уже видели его в исполнении Нотейла в предыдущей карте. Было у него все не очень радужно, конечно, поначалу, но потом он набрал нужные айтемы и смог завести своей команде катку. Но там, конечно, еще Ана помог тоже, который страдал поначалу. Но ВП сейчас нужно собраться как никогда и уже не отдать игру. Ту игру они очень хорошо вели, там было 20 тысяч преимущества. Просто позволили они OG сделать камбэк. Сейчас надо точно так же методично нападают на Соло. Тянет его в лассо СФО, ну и Соло здесь, конечно, не пустят, влетает на тейл. И Ана с блинка делает фраг. Так вот, наращивали. Методичное преимущество Virtus.pro в 20 тысяч, а потом его отдали. Здесь нужно действовать по такому же сценарию, но только в конце не отдать преимущество все. Потому что все шансы на выигранную первую карту у них были. Врыв от Паши немножко он не рассчитал. Думал, она будет уходить. Но она, в принципе, не собирался этого делать. Поэтому мог Паша попробовать отвести темпларку под тауэр. У Нутелла там пока нет ультимейта. Также нет лассо бетрайдера. И смог от команды Virtus.pro. Появляется Баширок у Ноуана. Ноуан заходит на Рошана. Остальные все игроки страхуют его в смоках, находится рядом, помигал туда Нутейл. Знают о местоположении Урсы. Урса дает клэп, просто пугает, говорит, иди сюда, бьет по земле. Лай закидывает Fire Spirits. OG со всех сторон просто ВП окружают, и надо было бы рубить деревья. Очень сильно проседает Нуван, теряет много здоровья. Санрей, пошла трепа. Энрей сейчас закончится, клэпает Нуван, но погибает. Рамзес в форме разваливает хорошо, пошел рефлекшн, большие проблемы у Феникса, но флай пока живет, Лил трусит землю, никого не убивает, забрали только Ану, ну или доминейтинг стрикнул Ану, слишком глубоко зашел он в Рошана, очень много там замедления и урона сдалека, даже не нужно героям команды OG подходить, ну и подрались они, конечно же, для себя в плюс, потому что сняли стрик, ну и так-то и Рамзес хорошо получил, и за все это время, вот мне уже недавно только появилась Яша, уже есть деньги на ультимейт орб, там немножко еще
не за горами рецепт на манту, и можно уже делать больше иллюзий, больше суматохи в файте, больше фарма. Отличный артефакт для ТБ, очень сильно он его усиливает. И здесь уже все раснулись у команды OG, но у Нателла пока что нет ультимейта, также нет реверс полярити, голема и эпицентра у ВП. Поэтому масс-файт ВП сейчас принимать не стоит. Но Тейл показывает, где находится Лил. У Сэндкинга есть Блиндайр. Лил, в свою очередь, мигает тоже. Показывает, где находятся игроки команды OG. В итоге она просто выходит на Дэдин Тавер, начинает его забирать под рефракшеном. Тавер отдает своим крипам и отходит. Манта доезжает до Террорблейда. 10 тысяч нетворса у Рамзеса. Фармит он просто замечательно. И ВП в смоках. Соло и Лил. Нет ультимейтов еще ни у одного, ни у другого. Подкапывают Джеракса. Но он летает и делает фраз. Отлично сыграли ВП. И теперь можно забирать Рошана 25 секунд без манки Кинга. Рошан уже в принципе побит. И будет, конечно, залетать Fire Spirit. Залетает также и Dagger. Потому что стоит трэпа. И подвижно находятся игроки команды Virtus.pro. Было бы неплохо все это дело раздевать. Но опять по такой же схеме проходит вторая игра у нас. ВП играют с позиции силы, есть у них Урса, могут они забирать Рошана. OG всеми правдами и неправдами пытаются не дать им забрать того Рошана, не подпустить ВП к товарам. Но только немножко другие герои сейчас. Есть у Спектры Урн of Shadows и выходит Нотейл в Яшу. Но деньги у него уже есть. У нас эту самую Яшу, но он ее пока что не покупает. Возможно, Йохан передумает и будет выходить сразу же в врыв от СФО. Подкапывает его Лил. Отличная реакция от Ильи. Пошел ультимейт от Нотейла. Улетает СФО на форстафе. Нотейл находится в куче игроков команды ВП. Начинает уходить. Флай ставит яйцо очень удачно. Его мгновенно снимают, но погибает Паша. Лил трусит землю. Нотейла забрали. СФО, большие проблемы. Она погиб. СФО также забирают. В живых остается только Манки Кинг. И он уходит. Virtus.pro потеряли всего лишь Пашу. Паша, кстати, не давал реверс полярити. Да, вот мы видим, зал поддерживает команду Virtus.pro. По-другому быть не может. Это родная команда в родных стенах. Ей очень нужна ваша поддержка, дорогие друзья. Потому что они сейчас проигрывают первую карту. Но на второй у них пока все довольно-таки неплохо. И забирают они Рошана. Джеракс дает вукон в команд. Немножко пробивает игроков команды ВП, но все здесь хорошо. ВП успевает они забрать Рошана. Обхивал по флаю и флай Карус Дайв уходит. Флай снова выходит в медасик, как и в предыдущей игре. А тем временем тут почти-то два тавера уже упал. Вот так вот занимают. Вот мы смотрим реплей. Врыв от СФО, немножко он не долетел, Лил его подкопал, СФО успел на форстафе улететь, рефлекшн от Рамзеса, Нотейл ворвался в гущу событий, но сделать ничего не мог. Яйцо Флай поставил не самое удачное, сразу погиб, но смог, тем не менее, забрать Пашу. Забили Ану просто с помощью ультимейта Лила, сбил он ему рефракшн, и все погибли, кроме Манки Кинга. Должны быть довольны сейчас игроки Virtus.pro. У Аны есть Блиндагер. Чуть-чуть ему не хватает от изолятора. И вот снова ВП тут 10 тысяч. Главное его теперь не потерять. Продолжать методично наращивать преимущество. Не делать никаких ошибок абсолютно. И Джеракс все-таки обманул. Немножко не хватило там Паши. Мог бы и зацепить все-таки Манки Кинга. И увести его на верную смерть. Забирают Tower ВП, делают они это очень быстро, под демпауэром, Terror Blade, левел 16, дэмэджа у него уже там 250 с ручки. Бьет он хорошенько, и ВП будет пытаться заходить на Т3 Tower, Рамзес юзает форму, начинает бить Tower, бояться ему нечего. У него есть на сейве соло, который даст Shadow Ward, есть Aegis Unowana, он готов будет врываться, если что, Рамзес юзает иллюзий. В свою очередь OG также вынуждены проюзать Глиф. Это они и делают. Рамзес не устает создавать копии своего героя. Направляет их на бараки. Подходит.